Наша музыка. Наша. У нас в гостях побывала группа Мураками. Когда на улице ма, когда на лужа плавают корабли, когда внутри что-то не так, тогда мы таем, таем от любви тогда. Под магией чудных чисел я не устану повторять, что мы немного зависли, так хватит играть. Восьмой день сны, дарит сны, с тобою вдвоем помолчим. Восьмой день счастья, ты скажешь мне здравствуй, и мы побежим, когда на небе хватает воздуха совсем тогда. Под магией чудных чисел я не устану повторять, что мы немного зависли, так хватит играть. Девушки рассказали нам о клипе на песню «8 марта». Это вообще было очень смешно, потому что мы придумали идею этого съемки клипа 5 марта. 6 марта мы отсняли. 7 марта мы смонтировали, и 8 марта выложили уже в интернете. И 9-го забухали. Простая, но красивая идея. Значит, там открывается дверь, и появляются разные мужчины, да? Да. И я видел там мальчика. Это, случайно, не родственник чей-нибудь? Да, это кто? Это же сыночка мой. Сыночка твой. Да, такой большой уже. Да. Ого-го. Да, а что находилось вот в таких вот конвертиках? Или это просто были такие мешочки подарочные? Или там были какие-то подарки? Нет, там были подарки, мы же с собой привезли, да. А вы сами себе подарили? Нет, там просто все мужчины приходили к нам, ну, как будто бы к нам в дом, и поздравляли нас с 8 марта, дарили нам всякие подарки. В итоге мы открыли, конечно, там дверь, там посмотрите клипы, и там лежат просто конфетки, которые все уже съели, нам оставили себе две штучки. А сапоги чьи? Сапоги нашего администратора. Ну, там действительно много всяких интересных штук, которые мы придумали прямо вот на ходу. И мы даже... Что подарить, что подарить? А давай вот он вот это подарит. Давай, давай. А самое забавное, что вы видите, там же как будто бы караоке в припеве, да? И там можно подпевать. И вот этот вот человек, мужчина Артем Рычев, наш друг очень хороший, он просто, он ведущий на радиостанции, и он взял микрофон и стал колбаситься и петь. Это было настолько мило от него, потому что он такой достаточно спокойный парень. А тут он... Восьмой! Это было очень забавно, и поэтому мы решили оставить его два раза, и вместе с ним можно петь караоке. Мы послушали фрагмент новой песни группы Мураками. Ты не смотри наверх без гнева, лишь мой Ромео плачет снегом и бедой, и нет ни рамок, ни предела. Я с головы до ног пропитана тобой. Не ищу тебя глазами на концерте Мураками, дай мне слово слушать сердце по утрам, не забывай родного и путешествий по мирам, и никогда не открывай наших секретов и бестолковых разговоров за рулем. Мы потерялись этим летом, и все, что накопили, смело отдаем. Не ищу тебя глазами на концерте Мураками, дай мне слово слушать сердце по утрам, не забывай родного и путешествий по мирам. И никогда не открывай наши секреты. Вместе, дружной компанией, мы исполнили песню «Вместе рядом». Ты распашен буталином, пахнешь солнцем и весной. Ой. Ты по-детски так наивен. Умиляюсь я тобой. Каждый день как будто праздник, я влюбленностью пьяна. Ты вернулся, милый, здравствуй. Ой, дурак. Так скучала ночи.
же мы узнали подробности о клипе на песню «Телеграмма». Законсервирую твои морщинки, еще галоши номер 42 и голубые детские пластинки со знаком моды «Мелодия». И там достань меня из кармана, налей уставший за день чай, и мне пошли телеграмму. Goodbye. Это было снято на день рождения. У меня был день рождения, и я придумала, давай-ка мы снимем клип. Мы периодически снимаем сами вот такие вот интересные. Решил как раз прекрасный повод, как провести свой день рождения. Да, просто вот взять вот так вот и снять. И ты снимал Анюту Антонову. Девочка снимала. Да, да, да. И это было в Казани. О, смотри, как он сделал. Это было в Казани. Это любимый клип нашего менеджера. Что Иван Грозный там сидел. И это мой любимый клип уже. Почти обнаженная Диляра. Надеюсь, не убивает свою сына. Как почти обнаженная? Где прикрытая? Сразу повысили YouTube, да? Потерялись в поле одуванчиков и в перерывах буква «Л». Разыщу всех обиженных, маленьких-маленьких, под последний тихий припев. И Тань, достань нас из кармана, налей оставший за день чай, и разошли всем телеграмму. И, наконец, мастер-класс от Диляры и Карины. Как правильно играть и даже немножко спеть. Очень тяжелые аккорды, вообще, в 13 лет можно только найти 4 их. Поэтому я их и нашла. Все начинается с простого аккорда до. Пама. Потом соль. Ру. А, нет, подожди, это не так. Надо. С. Потом же. Потом ля. Аем. Потом Ф. Еще раз. Т, соль, С, Ж, А, М, Ф, Ж, С. Карина поет. Помару я с доски. Самое главное, вот это, знаете, вот непонятно откуда взято народное творчество, вытащить из живота. Дальше. За. Плачу от обезителя, воняют носки. Можно еще 50 грамм хлопнуть, ага. Закрою ими тело, чтобы снаружи не знаю, что партия. Ой, была я как внутри, чтобы все люди жим. Моя лесть, мои чистоты, ла-ла-ла. Черным хлебом пойду по миру, уйду по миру погулять. И с каждым встречным я буду танцевать. На-на-на-на, на-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 
не нужна. Хочу лишь весны, где не было бы стуж и померла бы. Ой, да там сдохла бы от тоски, но не забыла взять грязные